Еда – это не просто еда. Мы – нить, что определяет, связывает и формирует наш мир. Готовка делает нас людьми. За каждым кусочком стоит нечто большее. В разделенном мире стоит ценить то, что нас объединяет. Мы богаты, но не деньгами. Мы богаты едой. Наши триумфы и вызовы отражаются в общих трапезах. Еда – это не просто еда. Это то, кто мы есть.